Подробности вчерашней атаки в Гамбурге. Человек, который напал на людей с ножом, уже был известен правоохранителям. Об этом сообщили в городской полиции. Подозреваемый исламист, но в радикальных мусульманских движениях не состоял. Кроме того, местные власти сообщают, у мужчины были психические расстройства. Задержанный 26-летний выходец из Арабских Эмиратов в Германию. Он просил об убежище, но прошение отклонили. Напомню, с криком «Аллах Акбар» мужчина напал на людей возле супермаркета. Один человек погиб, шестеро ранены. Подозреваемого задержали через полчаса после нападения. Сейчас полиция ищет его сообщников.